Всем привет, народ! Вы на канале Миа Бабки. Сегодня поговорим еще об одном классном проекте в долгосроке. Хочу сразу предупредить всех о рисках в инвестициях. Никого ни к чему не принуждаю. Просто рассказываю, где я лично зарабатываю. А входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Сразу хочу вас попросить поставить лайк этому видео, подписаться на канал, кто этого еще не сделал. И поехали смотреть проект. Проект называется у нас Money 2 SPED. Что предлагает нам проект? Здесь очень много тарифных планов. Работает проект с Pair кошельком. Больше никаких платежных систем он не принимает, только Pair кошелек. Для того, чтобы понять, как проект развивается, нужно сразу смотреть на статистику. Я всегда на нее смотрю. Старт был, то есть задумайтесь, старт был 12 числа. То есть проект потихонечку, только чуть-чуть, постепенно начинает набирать обороты. И это очень хорошо. Старт был 12.10.2018. Сегодня у нас 22. То есть работает проект 10 дней. Тут это указано. Инвестировано в проект 19 400 рублей. То есть совсем чуть-чуть. Для таких проектов это мало. То есть я видел, когда такие же проекты с таким же маркетингом доходили до 2-3 миллионов рублей. То есть это совсем начало. Это, грубо говоря, можно сейчас заходить и в надежде, что в будущем мы дойдем до 2-3 миллионов, а мы, те, кто зашли в начале, заработаем не 1, не 2 икса, а может и 3, и 5. Но это все мечты. Вы должны все понимать, что риски всегда присутствуют. Никогда, никому, никогда ничего не должен обещать. Я тоже вам ничего не обещаю. Я просто рассказываю, что есть шанс хорошо заработать. А входить нет, это вы уже сами принимаете. Инвесторов уже в проекте 1576 человек. Посетителей, ну это сейчас 25 человек, я так предполагаю, на самом сайте находится, да. Выплачено у нас всего лишь 5000, то есть даже если так учитывать, резерв еще 14000, и это очень хорошо. Ну, новых депозитов вот сделал один человек на 100 рублей, последний новый депозит, и новая выплата, это 1 рубль. Таблица лидеров, то есть вы можете посмотреть, кто там самый первый. Это мы тоже можем посмотреть внизу. И тарифный план. Тарифных планов у нас здесь 7. Все зависит от инвестиций ваших. То есть люди, которые пополнят на минимальная сумма 50 рублей, максимальная сумма 499 рублей, вы будете зарабатывать 2% ежедневно до конца жизни проекта. Люди, которые пополнят от 500 до 2999 рублей, получат 3% ежедневно. Люди, которые пополнят от 3000 до 9999 рублей, будут получать 4%. Люди, которые от 10 тысяч пополнят до 99999 рублей, будут 5% получать. Люди, которые уже будут пополнять от 100 тысяч до 499 999 рублей, будут получать 6%. Ну, а люди, которые уже самые мощные, да, то есть от 500 тысяч рублей до 1 999 999,7, и самый мощные люди, которые, ну, не знаю, такие есть у нас или нету, которые войдут в хайп на 2 миллиона рублей и максимальная сумма не ограничена, будут зарабатывать 8% ежедневно. Я буду заходить на первый тарифный план на 200, да, на 250, на 200 рублей, не знаю еще, решу при пополнении. Буду сюда заходить, хотя можно даже и на 300. Точнее на 500, чтобы по 3% ежедневно зарабатывать. Ну, решение, конечно, вы сами принимаете. Я для себя решаю, наверное, зайду я на второй тарифный план на 500 рублей. В принципе, 3% ежедневно будет мне приходить на автомате. Это будет нормально. Так, давайте опустимся ниже. И здесь мы видим партнерская программа. Здесь отчисление у нас 10%. Реферальная программа отчисления 10%. То есть для людей, которые хотят приглашать друзей и знакомых, у вас будет шанс заработать 10% от инвестиций ваших друзей либо ваших знакомых в этот проект. Также здесь
народ, проводятся конкурсы для активных рефералов. Есть здесь группа ВКонтакте, вот она. Обязательно проходим на нее. Кстати, эта группа уже новая. Я так понял, что старую группу заблокировал ВКонтакт. Потому подписываемся. Те люди, которые уже в проекте, тоже подписывайтесь. Не забывайте, что группа новая, и здесь можно оставлять отзывы. И тут написано новости проекта, да, то есть все всякие, да, новости проекта, есть контакт администрации, также есть уже видео, как видите, о заработке, да, то есть на этом проекте. Ну, я советую вам подписаться, потому что здесь будут все новости, проводятся конкурсы рефералов, да, то есть это все вам в плюс. То есть вы можете даже начать, проинвестировав 50 рублей, а заработать не 50 рублей и процент, который вам там накапает, да, а заработать там 1000 рублей, либо 5000. Это уже как вы будете продвигать проект и как вы будете сами лично зарабатывать. Как мы видим, люди пополняются, вот 300 рублей, 60, да, там 100. Кто на что способен, да, то есть тот столько и влаживает. Так, давайте теперь мы перейдем на самый верх. Что еще здесь? Регистрация очень простая. Вы просто вводите свой парокошелек и нажимаете продолжить. После чего вас автоматически зарегистрируется. Хочу вас всех предупредить. Сейчас очень, как сказать, то есть сейчас очень часто бывают такие моменты, люди, которые вы, например, зарегались под каким-то монитором, и потом этот монитор, если он нечестный, он просто берет и эти, когда у него новый проект такого типажа, он старается регистрировать все кошельки, которые под него были зарегистрированы, под себя, для того, чтобы набрать, во-первых, рефералов, во-вторых, для того, чтобы вы, например, прошли по моей ссылке, да, а все равно у вас получится, что вы будете под ним. Потому вы должны сами понимать, что вы должны заходить в рефералы и смотреть, под кем вы зарегистрированы. То есть, либо это буду я, либо же это будет кто-то другой, который вас подвязал под себя. Такие сейчас очень много таких людей, которые подвязывают под себя рефералов. То есть, ну, мой совет вам просто-напросто, если, ну, подвязался, то подвязался. Вы должны это тоже понимать, что тут вы должны... Если у вас получится, то есть не подвязываться, да, то есть, ну, в основном всегда подвязывают это, кто же там подвязывал. Вроде говорили, что волчарик подвязывал. Были случаи, что волчарик подвязывал под себя своих там рефералов. Потому вы должны сами понимать, что если вы подвязались под каким-то мониторингом, то, вот, как видите, вас пригласил, то есть я зашел именно от сайта. У меня все нормально. Ну, у вас здесь должно быть указано мега бабки. Либо же, если же тут будет указан кто-то другой, то вас просто подвязали, то есть ваш Pair кошелек взяли и подвязали под каким-то человеком. Вы должны это тоже учитывать. Ну, тут все просто. Для того, чтобы пополнить, мы вводим сюда сумму пополнения. Решил все-таки я пополниться на 300 рублей, хай будет 300 рублей, хватит. Нажимаем продолжить, после чего нас перебрасывают на Pair кошелек. Все как всегда, мы спокойно проплачиваем в рублях. Комиссию сайт не берет, что меня тоже радует. То есть я сейчас не потерял, грубо говоря, 3 рубля на комиссии. И это тоже очень прикольно. Что мне в этих сайтах нравится, а то, что в этих сайтах есть такая фишечка, она называется автовыплата. Что такое автовыплата? То есть вот я сейчас пополнил счет, да, сейчас мы зайдем в Telegram, введем код, секундочку. Вот я, например, сделаю сейчас пополнение, и мне в проект заходить не надо. Каждый день в это же время мне будет приходить смс-ка о том, что мне начислен мой процент. И это мне очень нравится, то, что не надо заходить, не надо следить, да, там, за временем, что вот сейчас проект должен выплатить, надо выводить побыстрее, пока мало ли что-то с ним случится. А тут все хорошо, вы спокойно зашли, заинвестировали, так скажем, да, и спокойно сидите ровненько.
И знаете, вот в 2 часа мне должно прийти. Зашли там в 2.30. Ага, деньги пришли. Все, проект все хорошо, проект платит, все шикарно. То есть вы должны понимать, что это минимизирует ваши риски. То есть проект сам автоматически выплачивает. А во-вторых, то, что вам не надо именно каждый день заходить в этот проект и каждый день выводить средства. Он сам автоматически вам будет выводить средства. Так, ну и тут мы смотрим. История пополнения. Мы видим 300 рублей, мегабабки. Заходим на мой аккаунт. И сейчас будет отображено, что я пополнился на 300 рублей. Это все было в прямом эфире. Так, ну и вот, инвестиция 300 рублей. Я буду зарабатывать 6 рублей в сутки. Выплачено 0 рублей, то есть каждый день я буду зарабатывать автоматом по 6 рублей. Реферальный доход 0. Для тех людей, которые хотят приглашать, ваша реферальная ссылка находится вот она. Вы ее копируете, отсылаете друзьям, знакомым и начинаете зарабатывать. Да, еще. Если вы будете пополнять, например, 2-3 раза, то есть делать не реинвест, а усиляться, либо делать реинвест, здесь, когда набирается, например, 500 рублей, процентная ставка возрастет. Потом там набралось 10 тысяч рублей, к примеру. И тут опять же процентная ставка возрастет. То есть процентная ставка зависит от вашей инвестиции. Вы должны это тоже понимать. Ну, тут вы можете посмотреть историю пополнения и взять промо-материалы, то есть всякие картинки для того, чтобы привлечь людей, больше привлечь людей. То есть не реферальная ссылка чисто, а картинками этого проекта. На мое мнение, проект классный, очень хорошо начинает развиваться. То есть за 10 дней 19 тысяч инвестиций. Сразу видно, что депозиты не накрученные. То есть проект действительно живет своей жизнью потихонечку. Небольшими шагами, да, то есть собрать кассу и слинять. А потихонечку развивается, потихонечку делает себе имя и зарабатывает. Я сюда зашел на 300 рублей. Входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Мне проект очень нравится. На группу обязательно подпишитесь, потому что там будут проводиться конкурсы для активных рефералов, да, рефоводов. То есть это вам будет плюсом тоже. Я, например, подписался. Не забудьте поставить видео лайк. Подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал. Хочу сказать всем спасибо за просмотр и всем пока.